Всем привет! С вами канал Red Fox Smile и я София. Многие из вас просили сделать рум-тур, хаус-тур. И сегодня я снимаю хаус-тур по кукольному домику, у которого есть 4 этажа, в которых есть комнаты, которые я вам сейчас покажу. На первом этаже у нас кухня, на которой сидят две подружки, Барби и Клодин, и пьют чай. Дальше здесь у нас еда. Картошка фри, шоколадка, тортик, орео. Судя по их фигурам, они такое не едят, поэтому оно уже не очень свежее. Дальше у нас идет пакетики, в которые я складываю. Я в них ничего не складываю. Здесь, чтобы стирать и чтобы гладить. У нас есть вот такой утюжок. И вон там в уголку у нас стоит... Упс, упала. Вот такая гладильная доска с утюжком, деревянная. Очень классно. Выглядит, правда, как настоящая. Вот такой деревянненький гараж, который открывается. Здесь у нас ничего нету, потому что машин для Барби у меня нету. И так сойдет. Вот этот гараж выглядит неправдоподобно. Вот у моего дяди в гараже все выглядит правдоподобно. Инструменты, старые велосипеды, разобранная машина. Все как в настоящем гараже. Ладно, идем дальше. Дальше у нас такой лифт, который поднимается. Вот. И становится на этот этаж. Идем на этот этаж. Здесь у нас гостиная. Здесь у нас цветочек, домашняя клумба. Дальше у нас такие креселка, вот, и диванчик, на котором сидят три дяденьки, которые смотрят футбол и едят соленую рыбку. Дальше у нас такая типа лампочки. Ну, выглядит как торшер. А здесь у нас такая ванная, туалет, подсветник, который реально светится, вот, и потом он сам, ну, сам выключается потом. А здесь у нас еще краник такой. Так, дальше у нас здесь такие ступенечки. Переходим на третий этаж. Здесь у нас вот такое зеркало стоит, розовенькое. Также вешалочка для одежды, но у меня столько одежды, ну, у куколок столько одежды, что оно сюда не поместится. Оно у нас там все лежит, я потом все вам позже покажу. Такая коробочка, в которой у нас лежат вот такие всякие аксессуары и туфельки, браслетики, очечки, такие кулончики всякие. Дальше у нас такая подставочка, в которой сидит кошечка, вот. А вчера, кстати, моя кошечка родила 4 котенка, вот один из них. Он, правда, еще вот такой маленький, слепой. Вот, и вот так умостился на моей ручке. Он такой милый, такой красивый. Вот такая милота. А если вам он нравится, то ставьте лайки. Я его назвала Пухля, как свинку в сериале Gravity Falls. Потому что он вот такой вот толстенький, такой упитанный, хорошенький. Я его назвала Пухля еще потому, что он самый наглый и больше всех кушает. Вот. Дальше у нас такая кроватка, на которой лежит фея, потому что она очень устала выполнять ваши желания. Поэтому она сейчас спит. Вот. У нее также вот так вот складываются крылышки. И вот так раскладываются. Дальше у нас идет балкон, на котором лежит вот такая фея из Винкс, Флора. На вот таком стульчике загорает. И также я забыла сказать, что здесь у нас еще находится пианино с нотками. Вот нотки. Вот само пианино, там еще от него подставочка. Вот. Сейчас оно вам сыграет. Слушаем. Вот такая музычка. А мы переходим к чердаку. Не червяк. Чердак. Так, здесь у нас цветочки и шопкинсы очередные. Люстра. Она сейчас в ремонте. Шампанское. Так,
также здесь сидит у нас тетя из Monster High. Она выбирает, что же ей купить. Вот такую кепочку или вот такую шляпочку. И это ее добрая подружечка Фея. Пока больше голосов у вот этой кепочки. А дальше у нас вот гардероб. Первое у нас это фирменная курточка Барби. Вот такая вот с мехом и вот такой застежечкой. Как в сериях мультфильма Барби. Вот такое вот красивенькое розовенькое платьечко на бретельке сзади с застежкой. Дальше у нас вот такое вот красивое платье с крылышком. Еще одно такое вот красивое вечернее платье в горошек фиолетовый пластинками с кружевом тоже на застежке. В общем, вот такое вот голубенькое. Дальше у нас пляжное платье такое вот. Полосочка, кружочки с розовыми бретельками и розовым поясом. Дальше у нас такое вот тоже пляжное платье с значками Барби, сердечками и кристалликами. Тоже на бретельках розовых. Гетры непонятные. И вот такая вот кофточка. Тоже на застежке с кружевом. Вот. Из Ever After High. В общем, вот весь наш домик. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами был канал Red Fox Smile. И я София. Всем пока!